Мэрия Ярославля совместно с региональным департаментом АПК реализует программу поддержки отечественного производителя. В рамках проекта на рынках города открываются новые торговые точки, где местные сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию. Такая поддержка предпринимателей оборачивается и пополнением казны, ведь налоги поступают в местный бюджет. Наш производитель ярославский. Его продукция должна прежде всего поступать на прилавки внутри региона и только потом уже уходить в так называемый экспорт, то есть за пределы региона. И это абсолютно правильная политика самого предприятия, когда они в первую очередь думают о тех жителях, которые живут в том регионе, в котором они работают. Кроме того, данная продукция, несомненно, должна быть дешевле, чем продукция, привезенная, например, из-за пределов нашей области или, например, из-за рубежа. В целом курс взят на то, чтобы отечественные продукты питания постепенно начали теснить на прилавках импорт. Вся продукция, продаваемая на ярославских рынках, проходит через отлаженный контроль в специальных лабораториях. Мясо, которое поступает на ленинский рынок, подвергается ветсанэкспертизе в полном объеме. Значит, это сначала органолептика, затем мы проверяем pH, то есть на качество мяса, пробу на свежесть мяса.